ходит очень много разных мифов. Юра Хилькевич, например, рассказывает, что он, якобы он позвонил в Москву и сказал, что есть замечательная девочка, которая работает в цирке и снимается в его картине «Формула радуги». Я слышала совершенно другие варианты того, как меня нашли. Потому что просто вот ездила ассистентка Гайдая, Татьяна Михайловна Семенова, ездила по разным городам. Девочек искали всюду, и в театральных училищах, и в спорте, и в театрах провинциальных, и в самодеятельности, и в балете, и просто на улице. И когда она приехала в Одессу, она пришла на детскую студию, пошла смотреть картотеку, и сказали, что вот сейчас снимается в павильоне фильм «Формула радуги», и там есть девочка, вот есть смысл на нее посмотреть. А Юра Хилькевич, у которого я снималась в эпизодической роли, он решил, что я вполне могу потянуть на роль главной героини. Героиня съемочную группу не устраивала, и мне решили сделать кинопробы. Как раз во время кинопробы и пришла Татьяна Михайловна Семенова, которая внимательно на все посмотрела. Увидела все муки одесской группы, взяла данные девочки, которая стояла перед кинокамерой, это была я, и она уехала в Москву. Я ехала из Одессы, по-моему, через Москву в Тулу на гастроли. И ехала в поезде, я, как сейчас помню, читала журнал «Советский экран». И там было написано, что Леонид Ильич Гайдай приступает к съемкам новой картины «Кавказская пленница», и что будет сниматься знаменитая «Троица», и что будет сниматься замечательный Александр Демьяненко в роли Шурика. И были перечислены и Этуш, и Макарчан, и многие другие артисты. И написано было, что съемочная группа ищет героиню. Я подумала, как интересно, кто же интересно будет героиней. Приехала в Москву и нашла телеграмму. Вы приглашаетесь на Мосфильм в группу «Кавказская пленница». Телефон такой-то. Я позвонила. Приехала. Мне было любопытно. Я не претендовала на роль Нины. Я не претендовала на победу. Мне как бы... Я совершенно не собиралась менять профессию воздушной гимнастки на профессию киноактрисы. Но я приехала. Познакомилась с Гайдаем. Мы почитали с ним текст. Он назначил... Меня тут же повели, сделали фотопробы. У меня были длинные волосы. Значит, он сказал, ну, а если нужно будет постричься, пострижешься? Я говорю, ну, если будет нужно. Но как-то мне не очень хотелось стричься. Ну, какие-то локоны делали, там еще чуть-чуть короче. Так убирали волосы. По-моему, даже попробовали в паричке меня снять. Ну, в общем, прошли фотопробы, была назначена кинопроба. И на кинопробу я уже приехала из Тулы. И в павильоне, как сейчас помню, была выстелена травка. Привели ослика. Все было нормально, все было хорошо, и ослик зажевывал мне руку, потому что я должна была его там подкармливать все время морковкой, чтобы он не уходил из кадра. Я смеялась, веселилась, все было очень непосредственно. Их двое. И этот еще с хвостом. Осел не в счет. Потом Гайдай говорит, Наташа, а вот скажите, пожалуйста, вот вы не могли бы раздеться до купальника? И смотрит на меня так с опаской. Я говорю, конечно. Потому что для меня купальник – это был мой цирковой костюм. Я пошла, разделась до купальника, вышла, прошлась по павильону. Меня сняли, говорят, ты знаешь, наверное, ты будешь сниматься. Ну, я уехала на гастроли в Тулу. Когда я получила телеграмму, что меня утвердили, я заплакала, потому что мне не хотелось уезжать из Тулы, не хотелось расставаться с профессией, не хотелось даже на время уезжать из цирка, тем более, что в Туле у меня была какая-то влюбленность, я помню, в программе работал артист, который мне очень нравился. И только тогда, когда я уже поговорила с моим цирковым режиссером, он говорит, ты знаешь, снимись, потому что для воздушной гимнастки очень хорошая реклама. Будут в афише писать исполнительница главной роли в фильме
кавказской пленницы. Я думаю, может быть, и правильно. И поехала сниматься. И, конечно, первое время для меня это был такой мучительный процесс, потому что, во-первых, я привыкла к постоянным репетициям, к физическим нагрузкам. С утра до вечера я готовилась к 7 минутам циркового номера. А тут я приезжала на Мосфильм к 7:30 утра, меня гримировали, а в кадр иногда я попадала только вечером. Ну, кино есть кино. И меня очень тяготило вот то, что я сижу, боясь шелохнуться, потому что, когда я говорила, сиди, иначе испортишь прическу, иначе помнешь костюм, и я сидела, не шелохнувшись. Но перед кадром он всегда говорил, так, добеги до 4-го этажа и вбегай в кадр. Ну, чтобы встряхнуться, чтобы глаз загорелся, что я и делала. Вот. Так я стала Ниной. На съемочной площадке, конечно, было много всевозможных казусов, но работа была адская. Снимали мы в Крыму, было очень жарко, мы были оторваны от моря, от возможности там искупаться и позагорать, и в достаточно теплых костюмах, потому что начинали снимать картину в павильоне в Москве в апреле месяце, и как-то не учли, что это будет лето и Крым, видимо. Костюмы были жаркими. И вот мы все в этих костюмах, в горах, на старом Крымском шоссе, где снимали вот сцены с вождением машины. Все это снимали с утра и до позднего вечера. Вот. Конечно, Юрий Владимирович Никулин, он нас развлекал, веселил, и Георгий Михайлович Вицин. Но я очень серьезно относилась к этой работе, потому что я считала, что я напрасно согласилась на эту роль. Не нужно мне было идти на эту авантюру. Актеры профессиональные, любимые зрителями. Я роль проваливаю. И так я и думала, в общем, не только до конца съемочного периода, но и после того, как фильм вышел на экран. И даже когда в Доме кино после премьеры меня подошли поздравлять, я плакала. Мне казалось, что меня поздравляют, просто утешают. Нина, остановите их, мы с вами современные люди. Ну, это средневековая дикость, ну, я нарушил этот кодекс. Ну, я готов признать свои ошибки. Ошибки надо не признавать. Их надо смывать кровью. История фильма «Кавказская пленница» не только веселая, но и грустная, потому что фильм вышел в ту пору, когда параллельно был кинематограф Тарковского, Кулиджанова, Параджанова. Были серьезные картины. И считалось, что фильмы Гайдая – это такой второсортный жанр. И поэтому вот я снялась практически сразу после «Кавказской пленницы» в ВИИ, и многие говорили, ну вот это да, вот это серьезная работа, настоящая драматическая роль. А там-то тебе, наверное, было делать нечего, подумаешь, девочка цирковая в комедии с трюками снялась. Но я должна сказать, что мне на самом деле было гораздо сложнее сниматься в «Кавказской пленнице», потому что юмор – это гораздо более серьезное дело, чем заплакать на экране или попугать. Нина! Нина! Где вы? Нина! Тихо! Иди туда! Время все расставляет на свои места, и я теперь понимаю, почему столь любима картина и почему столь любима моя героиня. Потому что я получала письма просто мешками. И от девочек, которые мечтали стать актрисой и просто со мной дружить. И от целых семей, которые приглашали в гости. И от молодых людей, предлагавших руку и сердце.
и из армии, и из мест заключения. И вот лучше всего сказал о сути вот, этой, вот этого какого-то поклонения и любви к моей героине один мой приятель. Он говорит, ты понимаешь, вот Нина, девушка, рядом с которой хочется находиться. Она такая открытая, добрая, искренняя, смелая, настоящая. Вот с ней хочется дружить, ее хочется любить, хочется быть рядом с ней, вот быть там, мужем, женихом, другом, кем угодно, в любом качестве, но быть рядом с ней. Вот он сказал эту фразу, и я сейчас понимаю, что да, вот гайдаевские персонажи, они тем и замечательны, что особенно вот в первых фильмах Гайдая, и «Пес Барбос», и «Операция И», и «Самогонщики», и «Кавказская пленница», и «Бриллиантовая рука». Там даже отрицательные персонажи столь симпатичные, что они вызывают положительные эмоции. Саша Демьяненко тоже очень переживал, что он всю жизнь был Шуриком. Долго переживал по этому поводу. Тоже старался играть роли драматические и характерные. И раньше времени начинал себя ставить в ролях, чтобы как-то уйти от этого образа вечного студента. А вот последние годы, уже когда ушел из жизни Леонид Иович, когда стали уходить актеры, игравшие в этой картине, он как-то смирился с этим. Он понял, что, видимо, да, это все равно роль его жизни. Вот зрители его любят за это. Зрителей не обманешь. Хотя у него замечательные были роли и в театре, и в кино. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста. Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая. А это почему? Да мой осел идет за вами как привязанный. Осел? Ну да. Значит, это он меня преследовал. Он. А я думала... Нет, он. Он выходил на сцену после фрагмента из фильма. А Саша ведь очень изменился по сравнению с картиной. Он и играл-то студента Шурика вот в «Кавказской пленнице» в 30-летнем уже возрасте. Ну, просто такой моложавый. Ну, а потом начал, естественно, стареть. И зрители никак не могли понять. Вот на экран Шурик, и вдруг выходит седой Саша Демьяненко. И все делали так. Он говорил, да, время. А потом начинал читать рассказы Зощенко. И через несколько минут все забывали об этом и провожали его громом аплодисментов, потому что артистом он был замечательным. По-настоящему проанализировать и оценить работу с Гайдаем на «Кавказской пленнице» в тот период, когда я снималась, я не могла. Я сейчас уже так как бы возвратно вспоминаю и атмосферу, и то, как мы работали, и то, как все это складывалось. Но вот понимание Леонида Иовича и какой-то общий язык был найден гораздо позже. И даже не тогда, когда я снималась с него в «12 стульях», а вот когда уже пришла к нему озвучивать его картину «На Дерибасовской хорошая погода», а на Брайтон-Бич опять идут дожди. И вот это было, в общем, ну, уже тоже давно, но кажется, совсем недавно. И вот эта огромная возрастная дистанция, дистанция возрастная, которая казалась огромной в тот период, когда снималась «Кавказская пленница», она, конечно, со временем как бы сокращается. И мы с Леонидом Иовичем уже разговаривали как взрослые люди, как коллеги, я как состоявшаяся актриса. И он, у которого, конечно же, вот период работы над «Кавказской пленницей» тоже был таким ностальгическим. Я помню, мы встретились на 25-летии «Кавказской пленницы», которую в Петербурге устроила Леночка Дропек, она тогда возглавляла гильдию актеров. И вот мы приехали туда, и еще был Саша Демьяненко жив, и Юрий Владимирович, и Георгий Михайлович, и Евгений Александрович, все были еще живы, только не был Фрунзик Молчан. И Этуш приехал. И вот я помню, когда мы все встретились, мы встретились как родные люди. И казалось, что еще нам
И так захотелось опять работать вместе. И Леонид Иванович сказал, что обязательно надо снять продолжение «Кавказской пленницы». У всех было какое-то вот ощущение, что мы еще снимем. Ну, не «Кавказскую пленницу», а, может быть, что-нибудь еще лучше. И когда Леонид Иванович ушел, вот знаете, это когда не просто уход человека, уход любого человека, он непоправим. А вот Леонид Иванович ушел, и вот эта вот надежда на то, что кинематограф Гайдая продолжится, она как бы вот... Эта книга захлопнулась. Вот я когда выхожу на сцену, я чувствую, что те, кто пришел в зал, меня любят. И это, конечно, дорого стоит. И несмотря на то, что у меня 61 картина, я понимаю, что любовь это в основном, конечно, вот фильм «Кавказская пленница». Исток вот этой любви – это вот истинная, искренняя энергетика кинематографа Гайдая. Это оттуда. Конечно, я, работая на съемочной площадке, училась у своих партнеров. Но я думаю, что это происходило подсознательно. Но вот это юное легкомыслие, оно, конечно, не давало по-настоящему оценить то счастье, которое выпало на мою долю. Все в порядке. Можете приезжать. Когда Фрунзик ушел из жизни, я узнала об этом значительно позже, чем это случилось. Потому что как раз уже начался распад Советского Союза, и мы все разъединились. И когда мне сказали, ты знаешь, а Фрунзика-то уже нету, я схватилась за сердце. И я написала стихи такие. А как быстро весна отцвела, и истаяло лето, и осенние ветры на землю швыряют листву. Я бросаю стихи и дела в зимний сумрак с тяжелым рассветом. Я отчаялась жить, но немножко еще поживу. Ах, как много потерь и утрат, и сжимается сердце. Где родные глаза? Их так мало на этой земле. И опять я не сплю до утра. И, о Боже, шепчу, милосердный, пусть подольше не гаснет свеча на большом именинном столе. Как это не горько, но этих именинных свеч осталось уже немного на именинном столе картины «Кавказская пленница». Но я думаю, что эта картина так много значит для уже нескольких поколений, что она будет всегда живой.